В Югре горят леса. Сейчас зарегистрировано 13 пожаров. Площадь, на которой обосновался огонь, приблизилась к 60 гектарам. Возгорания зафиксированы в 6 лесничествах. Больше всего пожаров на территории Белоярского района. Самый масштабный пожар в 25 гектаров выявлен в Октябрьском районе. Сейчас в тушении задействовано больше сотни специалистов авиалесоохраны Югры. На сегодняшний день в 3 муниципалитетах округа объявлен особый противопожарный режим. Он действует в Ханты-Мансийском, Белоярском и Березовском районах. Отмечу, что всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зафиксировали 110 лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось вдвое.